Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это Motorola Moto Z3 Play. И я показываю, как стереть настройки приложений, не теряя личных данных. Переходите в меню приложений, открываете настройки, спускаетесь в самый низ, выбираете самый последний пункт, спускаетесь опять в самый низ, выбираете предпоследний пункт, выбираете пункт сбросить настройки приложений, смотрим, что отключенное приложение включится, отключенное уведомление приложений включится, приложение по умолчанию будут заброшены до стандартных настроек, ограничения на передачу данных будут заброшены, все ограничения разрешений будут заброшены. Нажимаем «Да» и все. Теперь настройки приложений были удалены и придется настраивать все заново. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!